Ассоциация туроператоров России разработала комплекс мер для поддержки туриндустрии на фоне пандемии коронавируса. В числе предложений АТОР – заморозка до 2022 года выплат туристам за аннулированные туры. Свои идеи ассоциация изложила в письме премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем говорится, что убытки российских туроператоров могут вырасти до сотен миллиардов рублей. Ассоциация предлагает правительству предоставить индустрии меры поддержки по аналогии с теми, которые принимаются в странах Европы. На срок заморозки предлагается выдавать туристу депозитный сертификат. Этот документ будет подтверждать сохранение заплаченных туристам денег у туроператора и возможность их использования в определенный период времени.